Вітаю вас, дорогі товариші, дорогі друзі, ватан дашлар. Сьогодні 9 октября. Ви бачите, як я тепло одета. Сьогодні різке-різке похолодання. На 10 градусів, як мінімум на 10 градусів похолодання в Ялті. Ночі було 12 градусів. А днем, наверное, градусов 15-16. Вы представляете, вчера мы еще ходили в платьях, а сегодня я уже так тепло оделась. Трикотажное платье вязаное, еще вот такой толстый кардиган. И шарфичек, хомутик вообще чуть ли не зимний. Вот такая у нас погода. Чудеса. Ну, Ялта всегда прекрасна. Вот видите, уже у нас каштаны опадают, пожелтели. А остальные деревья вечно зеленые. Каштаны и платаны только опадают. Вот такие новости из Ялты.